Пропуск на славянский базар. У Могилеве прошел региональный отбор удельников на международный фестиваль у Витебску. И юные и дорослые конкурсанты презентуют по две песни, причем одна обовязково белорусских авторов. От каждой области и Минска на республиканский отбор трапить 5 выканавцев эстрадной песни и столько ж удельников дитячего конкурсу. В дитячей группе представлено 17 конкурсантов. Каждый спробует покорить журы вокалом и не только. Удельники конкурса меняют и костюмы, и у целым амплуа. Сподобаться журы значит трапить у пятерку лепших, что поедут у Минск на республиканский отбор. Город Могилев и область, они всегда держат такие очень крепкие позиции в детском вокальном творчестве. То есть если подводить итог такой общий, то несмотря на то, что я сама Гомельскую область очень сердцем поддерживаю, потому что родом оттуда, Могилевская школа достаточно крепкая. Удельники конкурсу хвалюются, каждый им кнется показать, на что здольны. Это очень хороший конкурс, и на нем, думаю, мечтает каждый побывать. Угу. Что для этого ты приготовила? Какие песни? Расскажи, с чем будешь? Я приготовила свою авторскую песню «Души так хочется светла» и песню из репертуара Майкла Джексона «Who's Loving You». Сярод удельников отборочного туру, лауреата и переможцы международных конкурсов. Славянский базар – еще один шанс сделать значный крок у карьеры вокалиста. После дитячего прослуховывания жюри отзначает, голосы добрые, а вот репертуар подкачал. Меня немножко не устроил репертуарчик. Особенно вторая песня была достаточно неплохо, потому что это песня по выбору. А первая песня белорусских авторов, вот с этим беда, к сожалению. Или повторялись песни какие-то, или были подобраны песни, которые не показывали ребенка с выгодной стороны. Отборы на славянский базар пройдут во всех областях и Минску. Того, кто представит Беларусь на славянском базаре, вызначить подчас республиканского этапа. Наталья Ильинична, Юрий Ласов, «Новини регион».